Вот вы сейчас поставите лайк, и он сделает. Вот смотри. Знаете, какая самая тупая идея? Вот, поехать кататься в плюс 30. И мы думали, что здесь тень на супер крутом споте, но тень есть здесь. Тень есть справа от спота, а спот под солнцем. Мне нравилось, когда было плюс 10. Вот в декабре, вот когда мы катали, было офигенно. Реально, погода пипец была, все сухо. Короче, пацаны нам сегодня делают бесплатную шавуху, потому что я блогер. Мы поэтому показываем, где эта шавуха. Давайте адрес. Не показывай адрес. Адрес. А какой у вас адрес? Да, чувак, смотри. Чувак, там кинотеатр Октябрьский, правильно говорю? А вот Октябрь, да. Вот. А здесь спот, на котором мы катали. То есть катаете на споте и кушаете шавуху. Это изи шавуха, пацаны. Ну, огурчик понял. Залетел Андрею в рот. А где VIP? Он попробовал. Бегай. Опять. Как всегда. Катаник, понимаешь? Бегай, давай пеги хоть и скрутим. Вот именно, у меня 6 игроки, давай пеги. Ему пеги помешали, просто пеги. Посмотрите на эту наклонку. Он берет такой, короче. Я бы хотел попробовать ее взять, но я еще не прикатался к Т-образному рулю. Он огромный, и ну как-то мне пока еще неудобно. Скоро поставлю в центре и буду опять радоваться жизни. А Т-шку все-таки для разнообразия мне интересно обкатать. Да, ребят. Нормально ты взял, нормально. Смотрите, вот вы не поставили лайк, и Андрей не может поставить. Вот вы сейчас поставите лайк, и он сделает. Вот смотрите. Давай по щелчку, смотри. Я щелкаю пальцем, и он делает. Снимай. Значит, кто-то лайк не поставил. Ну, кто-то не поставил лайк, ребят. Ставьте лайк. 4 или 3 лайка, и все, и Андрей сделает, реально. Вот именно. Ой, да! Если досмотрели до этого момента, ставьте плюс в комментарии. Почти! Давай! Короче, я пробую делать фингерфлэт, и может кто-то знает, какая ошибка, кроме того, что я не могу ногу вторую доставить. Сначала в парк, а потом на улицу. Ты тормозил, потому что хочу приехать. Я в 8 утра еду. Гет, поедешь с нами завтра с утра кататься? Кто, я? И сюда. Подожди. Со самокатной пана. Давай поменяемся. Ты уже устал, но это было близко. Тебе просто надо ноги вместе держать, вот просто знаешь, как прыгнуть? Как держать вместе, когда их нужно расставить? Расставить, а потом быстренько, хоп! Андрей, только не снимай, не снимай катки. Я пошел плавать. Сегодня довольно приятная погода для катки. На улице прохладно, и поэтому сегодня едем кататься. Это второй день.
Короче, гоним на очень интересный спот, на котором я не катался год и не снимал там видосы. Погнали, пацаны. Скорость дикая, просто лютая. Опа! Ни хера они у тебя воняют! Короче, тут охеренные грани. Они расположены хрен знает как, по удобству. Посмотрим, что из этого получится. Просто же там полметра проехал на жопе. Нет, я доделаю. Снимай, крыс. Смотрите, пацаны. Тут эта хрень торчит. И ты типа отсюда в анехо вылетаешь на ходах. И на жопу заземляешь. И полметра на жопе слайдишь. Классная тема. Все, Андрей. Жестко прыгать. Попробуй. Попробуй сам подогнать. Тут вот такая загвоздочка. Я не хочу ее брать. Некуда уезжать. Некуда. Фу, грязный. Амахасла! Я тоже. Ладно, я дышу. Почти! Дамишь, блядь. У меня защиты нет. Дыра в руке. Да, я на острый камень. Блядь. Йоу! Все, взяли. Пойдем на комаровку попробуем. Я возьму там на комаровке. Ваня. Что, за это надо полайкать видос. Давайте, я не знаю, 1500 лайков, что ли. Краску собрал. Короче, пацаны, Вася на прошлой катке сломал палец, но все равно катает. Покажи трюки. Давай. Йоу! Что ты хочешь? Йоу! Стремная. Ну, она... Типа, если бы она была как на милиции, она бы была легкой. А так... Тут просто да, на милиции сидеть. Проще было, ну, на предыдущая рейла она была проще, потому что там был нормальный подкат и было удобно просто подъехать. Здесь такого нету. Ну, что делать, давай кулака, погнали. Да, чувак, просто не думай о том, что сложнее, что легче, просто возьми. Какая разница, что было сложнее или что было легче? Мы все когда-то начинали, и все когда-то было легче, и что? Мне мат, блядь, через зону. Да! Теперь байку отдавай, лапки бросала. На этом все, видос подходит к концу. Спасибо за просмотр, не забывайте о лайках, подписках. И, короче, пишите, как вам видос. Пока.